Кличка, да, которую мы везли, значит, приоткрытое окно. Там много разных рубрик. Это и путешествия, это сны, картины, некий такой какой-то сюр, вырлиберы, вот такие вот маленькие рассказы, которые имеют маленький какой-то крючок и совершенно неожиданный конец. Я там очень много размышляю о взаимоотношениях мамы и дочери, о взаимоотношениях, ну, о воспитательных каких-то вопросах, о семье, о трудности жизни в таком замечательном комплексе. Вот видите, у нас уже даже появилась встреча такая, как вот о великолепном актерстве. Да. Я еще немножко спою пару песен, если вы не возражаете. Вот следующая песня. Пришла передачу к Наташе Альчиковой, и к ней пришла. И говорю: Наташа, у тебя нет случайно никакой новой, свежей новогодней песни? Она говорит: вот как раз для вас песня. И мы долго вокруг нее ходили месяц, мы ее рассматривали. И потом вот раз, и пришло вот такое. Так, девочки, поговорите, вас слышно? Раз, 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 нас слышно. Ну что, Геннадий? Я тут в хоре пою. Много, много вот.
Ирочка, нас подкупила невероятная нежность твоих песен. И они настолько мелодичны, что сразу просто вот ложатся на душу. И я, например, целый день потом живу. Потому что они действительно сразу становятся шляпами. У них есть много народности в этих песнях. И мы готовы, конечно, взять репертуар, еще несколько песен. Ну, мы посмотрим. Надо собираться нам вот уже еще больше кругом, да, и обсуждать. И вот что-то да, такие литературно-музыкальные композиции и программы, они раньше были в наше советское время, по-моему, регулярно. Да? Как-то собирались, читали что-то. Все. У нас, кстати, в городе есть творческий союз интеллигенции, мы там тоже периодически этим занимаемся. Мы вас приглашаем. Я Якову Марковичу скажу, пусть у вас принимают это. И так как у нас все связи и вся любовь Севастополь-Москва, я думаю, что вы вместе со мной споете эту замечательную песню не приоткрытое окно, а московские окна. Мне немножко дело тише, так вот понятно. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что все мы сегодня здесь собрались.
И давайте будем встречаться почаще. Действительно, возможно, это нужно каждому из нас. Ирина Тургенева. Спасибо. Дорогие друзья, какой приятный сюрприз управления культуры и всего нашего города. Всех зрителей в лице Татьяны Ульянова, начальник управления культуры, а по всем остальному сама расскажет. Еще раз добрый вечер. Спасибо, Ирина, что пригласили на такое теплое мероприятие. Если меня спросят завтра, какое впечатление от увиденного его можно выразить двумя словами? Теплота и нежность. Нежность слов, нежность музыки, нежность голоса, нежность восприятия. Вы подкупаете своим отношением к жизни, детям, любви. Поэтому могу сказать только вам огромное спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что вы у нас появились, за то, что мы с вами познакомились. И как авансом будущих наших отношений, мне уже прямо сегодня хочется вам вручить маленькую такую грамоту от управления культурой. Награждается Туманова Ирина, певица, поэт, композитор за высокий профессионализм и новаторство в области культуры, яркое исполнение авторских произведений, поддержку детского музыкального творчества и севастопольских художественных коллективов, любовь и преданность городу, герою Севастополя. Город Люблю замечательный, удивительно талантливый город. И всегда, в любое время дня и ночи, невзирая на времена года, он поет, танцует, и живопись. Это что-то фантастическое. И вот я привожу теперь сюда своих коллег, друзей, музыкантов, художников. Они говорят, а что же это такое? А почему же мы этого раньше не видели? Вот я думаю, что сейчас еще валяются другие потоки. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Спасибо большое. Проходите, давайте, все стесняемся. Наша программа подошла к концу. У Туманова дом, добрый дом, в доме том. Если будет сказки, как день, и ребятам не мы проводить целый день в добром доме у Туманова Ирины. Отдавала бы, ай-яй-яй. Тема детства от детей жаворонка. За дружбу. Спасибо. Давайте так, подержи так на руке. Спасибо большое, да. О, здорово. Я просто знаю, что у нас такое с жаворонками будет. Мы просто зреем. Да, мы применяем. Ну, долго. Я, видимо, еще вот не написала ту самую. А мы же будем вместе с пьесами. Мы ждем. Хорошо. Как у Таганова. Да, да. Игорь, иди. Так. Итак, господа, все отлично, мега гениально. Так, кто там спрятался у нас? Вот, вы, не надо прятаться. Отлично, снимаю. Так, дублик. Так, не прячьтесь, да вы чуть-чуть, да, так, элегантно. Вот так, вот, да, снимаю, да. Хорошо, сейчас. А что же вы, фотограф, видно?
почему-то, вот дышится даже, понимаете? Снимают. Точно, и туда дальше, чтобы уходит куда-то, всем, да. Огромнейшее спасибо. И Светлане, да? Светлане, да. И у нас традиция уже, все книги, которые нам дарят, вот и со стихами. Огромнейшее спасибо. Всего доброго.